мы живем в то время, когда государство не идет против, оно идет навстречу нашим инициативам. Я это, половина татарин, половина башкир. Я говорю, ничего страшного, татарин значит. Біздің да бик күнгілі вақыт, бик шуат була біз қойтқанда, яңа танышулар була бізді. Меня зовут Тимур Юсупов, я из города Стерлитамак, мне 20 лет. Учусь я в Московском государственном строительном университете, факультет теплогазоснабжения и вентиляция. В Москве живу третий год, и сегодня я во второй раз пришел в штаб татар, и очень горжусь тем, как нас здесь много, как много молодых ребят, стремящихся, верящих в нашу культуру, в наши традиции. Мне очень приятно здесь находиться. Сам я занимаюсь строительством, помимо строительства занимаюсь психологией. У меня свой личный блог. Если кому интересно почитать мои статьи, мои посты о жизни, приглашаю. Меня зовут в Инстаграме Тимур Юсупов. Я думаю, что меня вы найдете. Спасибо. Меня зовут Рамиль Яркаев. Я председатель РГУ нефти и газа. Учусь на первом курсе магистратуры. Также закончил у нас бакалавриат. Председателем являюсь третий год. И вот буквально во вторник мы собрались со всеми председателями, которые здесь присутствуют, 8 вузов, 6 вузов. И решили сделать такой вечер, называется «Вечер объединения татар». Мы нашли место, в штабе всегда есть, тепло, уютно, собраться так студентами, посидеть, пообщаться, представиться, кто есть кто, откуда, чем занимается, общие интересы. И цель это вот это наша сегодняшнего дня. Также от каждого председателя задача, чтобы выступили, рассказали о своем землячестве, сколько существует, чем занимается вообще, какие планы есть. Остальные ребята, которые пришли от своего вуза, это круто, то, что вы пришли, поддержали, познакомиться, пообщаться. И в дальнейшем хотим, чтобы в каждом вузе вы вот всегда так сплоченно собирались, всегда развивались. Мы татары, без берга, без булдыравас. Чтобы было вот с таким сленгом, как говорится. Я когда избирался, вот о чем я хочу сказать, я для себя решил, какие я хочу поставить цели и задачи, чего я хочу добиться, что мне интересно, что мне важно, в каком направлении я хочу работать. Я думаю, что эти цели и задачи их можно, в принципе, транслировать не только на наш вуз, их можно транслировать автоматически и на, соответственно, большее количество людей. Всем привет! Меня зовут Леля. Я впервые в штабе татар. Мне безумно понравилась обстановка, очень тепло, по-семейному, как-то так прям аж за душу берет. Много татар с разных городов, все безумно разные, со всеми и с каждым, точнее, интересно познакомиться, узнать его жизнь, где он учится, где он работает, какая у него сфера деятельности, какие интересы. Про себя могу сказать то, что я учусь на стоматолога, вот, заканчиваю, слава Аллаху. Безумно люблю свою профессию, люблю свой народ, регулярно посещаю татарские мероприятия, концерты, вечеринки татарские. Наконец-то пришла в штаб. В общем-то, ребят, всем вам советую посетить штаб, потому что тут много новых знакомств, люди соединяются в определенные группы по интересам, много вкусной еды, опять же, татарской музыки, да и, в принципе, татарской речи, что уж тут греха таить. Всем спасибо, всех люблю, целую. Барусвала Селем, меня зовут Элина, я председатель татарского землячества Табиб Арнему имени Пирогова, это медицинский вуз, второй мед. Наверное, вы знаете, слышали. Наше землячество существует около, уже 7-й год пошел. Я только 1-й год занимаю пост председателя, до этого я была зампредседателем. Мы не первый раз собираемся в штабе, то есть довольно активно посещаем его мероприятия, и нам здесь очень нравится. Я очень рада видеть столько много лиц новых, столько много новых землячеств. Было бы здорово, если бы во всех вузах организовали землячество, ребята, которые хотят их организовать, чтобы у вас все получилось. На самом деле это действительно очень сложный труд. Я вот только когда стала председателем, искала первокурсников, это тоже было, как сказал Рамиль, по спискам среди тысячи человек выискивать татарские фамилии, имена и прочее.
но зато это приносит больше удовлетворения, когда ты собираешь земляков вместе. Меня зовут Рамиль. Мескаунинг технический вуз надал, кем еще ничего курс стал уже. Меня и птешеплен, кильдым, еще окрдым. Без еще без гне, но хойвершак без вишелова, без мишелова, без нагляна нам. Кличкасы Оппак. Без бик күңілі вақыт өткәрәбіз бұл жерде. Хәр сайын, шақырған сайын бізне. Біз тұрышабыз келерге. Қойбышап, бұл мейін оқу бұла. А бұлай бізнің мұнда бик күңілі вақыт, бик шуат бұла біз қойтқанда. Яңа танышулар бұла бізді. Мұнда тағын қар вақыт Рамил бізні мұнда встречайды. Біз оның білен көрішәбіз, есенешәбіз, хәләрімізді сұрайбыз. Біз мұнда уже бірінші тапқыр түгел, где-то 6-шы или 5-шы тапқыр келебіз. Хәр уақыт ашап, тұнышап, отырып, сөйлешіп, аралашып, кетебіз. Міне, тағын землячество турында біз әлі бік организацияны білен заниматься етмедік. Тұрышабыз жиыларға, шулай мұнда штабқа келдірге, сөйлешірге, шушы темаға. Бік керек Татарстанны поддержить түрге, татар тілін распространять түрге. Рахмат.